Другим темам. Страна полностью готова к зиме. Об этом в прямом эфире Беренче Радио заявил премьер-министр Тимир Сариев. В течение часа глава правительства отвечал на вопросы слушателей. Поступило множество звонков, большинство интересовало подготовка к отопительному периоду. Премьер посоветовал населению перейти на экономное потребление электроэнергии, а именно отапливаться альтернативными видами топлива – углем и газом. Причина – дефицит электроэнергии, особенно зимой, когда потребление доходит в сутки до 70 миллионов киловатт-часов. Для сравнения, летом расход составляет всего 23 миллиона киловатт-часов. По подсчетам, на 5 месяцев отопительного периода требуется около 10 миллиардов киловатт-часов, тогда как в Кыргызстане вырабатывается всего 14. Мы полностью готовы к зиме. Мы своевременно закончили все подготовительные работы, обновили трансформаторы, провода. К тому же этот год стал для нас исторически важным. Мы достигли энергонезависимости страны. Запущена в эксплуатацию ЛЭП Даткакемин. Новая линия электропередачи длиной 405 километров соединяет север и юг страны.